Стивен, ты все еще не женат? Женат на вашей предвыборной кампании. Хорошо сказал. Вы его правая рука, а я просто стажерка. Во сколько тебе на работу завтра? В 9 утра. Я думал, что веду себя весьма учтиво. Нет, ты шел на пролом. Галстук завязывать ты не умеешь, да? Да, не умею. Если твой парень побеждает на выборах, ты получаешь работу в Белом доме. Я женат 11 лет, поэтому знаю. Если мы спорим, победит жена. Ты работаешь не на того человека. Хочу, чтобы ты работал на нас. От режиссера Джорджа Клуни. Сегодня начнется борьба не людей, а идеалов. Кто это тебе названивает в 2:30 ночи? Я не знаю. Вот те раз. А, ну дай сюда. Нет уж, я отвечу. Стивен, это не смешно. Положи трубку. Алло. Я влипла. Райан Гослинг, Джордж Клуни и другие. Выбросить президент Соединенных Штатов Америки, губернатор Майк Бурис! Ты что, хочешь, чтобы эта история всплыла? Стивен, я никому об этом не расскажу. Благородство — это важно. Ты хоть понимаешь, как это отразится на мне? Конечно, понимаю, поэтому и даю тебе выбор. Не важно, что ты думал. Важно, что ты сделал и чего ты не сделал. Ты решил, что необходимо кое-что исправить. Вам решать, губернатор. Честность — это важно. От этого зависит наше будущее. Выйди из игры сейчас же, пока еще можешь. Стивен, не делай этого. Я скажу и сделаю что угодно, если я в это верю. Но я должен в это поверить. Мартовские иды. Скоро на экранах. В этом году.